И что? Твоего друга так и не нашли? А его никто и не искал. Люди в поселке сразу же про него забыли, как будто его и не было никогда. Даже его родители. Так вот почему мама и папа так странно себя вели. Но как такое вообще возможно? Еще когда я был маленький, по поселку ходили слухи, что эта старуха ведьма. Есть одна женщина, которая знает об этом больше. Говорят, что она сошла с ума с тех пор, как ее сестра пропала. Теперь она живет вдали от людей, в заброшенной котельной. Возьми этот ключ. Он открывает дверь в сливной трубе. Через нее ты сможешь попасть в котельную. Удачи! Надеюсь, ты найдешь свою сестру. Работает. Нужно еще. Но нужно похоже, больше покрышек. Это... Нужно еще. Похоже, что нужно еще. Еще пару штук, и думаю, заслонка осталась поднимется. Последняя. Виталик дал мне ключ. Может быть, он от этой двери? Мне нужно искать эту женщину здесь? Неужели тут кто-то может жить? Закрыто на ключ.
Эту дверь невозможно открыть. Подойди ближе. Я знала, что ты поначалу я сомневалась, придёшь. Что это правда, но теперь я вижу, что это ты, мальчик из моих видений. Я знаю, что ты хочешь помочь своей семье, но теперь судьба всего поселка зависит от тебя. Тьма давно поглотила это место и просто так никого не отпустит. Однажды я попыталась уехать отсюда и дорого за это поплатилась. Я все еще сомневаюсь, правильно ли я делаю, что уезжаю с тобой. Ведь это мой родной поселок. Да и родители против того, чтобы я уезжала. Да брось ты! Какую чушь ты несешь? Тебе нечего делать в этой занюханной дыре. А вот в большом городе ты поступишь в техникум, и у тебя начнется настоящая жизнь. Вот и поезд подошел. Залезай давай! Эй, сюда! Садись со мной! Странно, что наш вагон совсем пустой. Да и черт с ними! Пусть остаются в своем болоте! А мы уедем и будем жить, как сами захотим. А в поселке там люди не от мира сего. Вот, например, соседка твоя, да совсем с приветом. Вот скажи мне, станет ли нормальный человек по ночам шататься? Поговаривают, что она ходит к заброшенной шахте. Ну, я и говорю, больная. Как темно. А! Ой, здравствуйте, вы нас напугали. Света, мне страшно. Давай, пожалуйста, пересядем. Только не оборачивайся, она идет за нами. Только не оборачивайся, она идет за нами. Только не оборачивайся, она идет за нами. Открыть двери! Не поддается. С моей стороны тоже заперто. Куда она пропала? Ты ее видишь? Таня! Таня! Я понимаю, что мою сестру уже не вернуть.